Только он исцелил. А что у вас было? Ну, рак мега. В каком это году? 83-м я ушла на пенсию с 1 марта. 5 лет я отработала. В 88-м. И у вас было серьезное заболевание? Да не серьезно, все. Не думали, что я буду. И вот я только ввиду этого и в храм попала. А как это было, матушка, расскажите? Как было все? Так это? Вот я и говорила, что я приехала, я бежала в больницу, приехала к нему, что мне должна операция. Меня отпустили на время, дома подделал все дела. А он говорит, благословляю. Ну, а когда уходить мне, тогда он меня дернул за полу и говорит, тебе лежит две дороги. Одна в землю, другая в храм. Выбирай любую. Ну, я сказала, что это воля Божья. Но если есть такая возможность, то мне пожить, конечно, пожить охота. Я тогда лучше пойду в храм. Он сказал, давай обед. Он мне сказал, я дала обед. Это, конечно, секрет. Сказал никому. Когда, так, только знает один Господь. Иди, причай, домой не ходи. Прямо сюда, вот в этот храм благословил все скорби, всех радости. Придешь, ночуешь, причастись, иди домой. А потом иди к этому больницу и скажи, я ложиться к вам не буду, я исцеленная. Будут на тебя кричать, ты клади земные поклоны. Подумай, что у тебя немножко не хватает. Но проси, чтобы взяли повторные анализы. Взяли. Через 2 недели у меня не казалось ничего. И все, вот мое исцеление. И вот я вот по сей день здесь. Только вот заболели, но я пока. Все, слава Богу. Вот. Да как же батюшка не исцелял? А маму мою сколько он исцелял? Маму-то сколько он исцелял? Привезли мамушку мою. На телеге мы к пароходу, из парохода тоже к нему на телеге. Я оттуда пошла ногам своим. Вот так. Прям к нему пошла, да? Не, от него. От него. А потом был такой, когда уже она была исцеленная, мы с ней часто ездили к нему. Приехала здорово, жив-здорово. А приехали там в Толбу, не доходя до автобуса, ну, буквально там 10-15 метров. И у нее отнялась нога. Мы такси взяли и поехали. Она 2 месяца лежала. И я приеду, он говорит, ну, Александрушка, ты ругает меня, что от старца приехала и слегла. Я говорю, не, батюшка, не ругает. Ай, какая молодец. Это, говорит, испытание. Так Господу надо испытать, как она будет благодарить Бога. Вот было такое. Да. Батюшка исцелял многих. И было такое, что с Дальнего Востока мы ехали, и женщина со мной ехала. И у ней сестра умерла, осталось 4 детей. И она взяла как тетя, она замужем не была, и их стала воспитывать. 3 все довела, а 4-я попала в банду. И вот она приехала к батюшке со слезами, что батюшка вымоли. Ну, вот и батюшка взял на молитву, вымолил. Всех посадили, всех, а она осталась невредима и докончила. А мне он сказал, ну, Раиса и пожгла меня на огне. Это он когда молился. Он падал, выйдет на обвоне, на обвоне падал. Вот как за такую молитву. Ведь попробуй такую беду вымолить. Всех посадили. Она осталась и докончила
свой институт. Он великие дела творил. Это не передать. А вот ходит разговор, что он тайный епископ. Это правда? Этого я утвердить никак не могу. Но когда я как-то раз приехала и говорю: батюшка, вот мы там спорили. Я говорю: да не протерей, батюшка, архимандрит. Он смеется. Говорит: а как ты думаешь, тебе не все равно, кто я? Протерей или архимандрит? Я говорю: батюшка, да мне все равно. Я говорю: приезжай, благословите. Я говорю: ну, вот такие слухи. А когда умру, тогда и узнают, кто я. А действительно, кто он? Один игумен, знавший отца Николая еще 70-х годов, говорил, ссылаясь на батюшку, что он был нареченного епископа, поэтому и отпускал грехи, которые мог отпускать только архиерей, но самой хиротонии не имел. Келейницы его утверждают, что он епископ и в схиме, схиепископ Нектарий. Есть и фотографии, подтверждающие это. Ну а кто не верит, какая разница, архимандрит он, претерей или епископ? Для нас он ангел, спасший сотням и сотням людям жизнь и тысячам указавший путь спасения. Он был народный старец, какими мы называем святых Амвросия Оптинского или Иоанна Кронштадтского. К нему, как и к ним, стремились многие – священники и простой люд, чиновники и интеллигенция. До самой смерти, например, приезжала на остров к батюшке Анна Ахматова. Я не племянница его. У нас это мамы моей. Вот ее, его мать как-то там, не знаю, дальняя. Я когда приехала, он говорит: Синодюшка, мы рода-рода, с дальнего города. А теперь ее поешь, и рода не найдешь. Вот он все так мне смеялся. А ведь мы рода опять. Рода-рода, с дальнего города. Вот, вот так он все надо мной шутил. Ага. Это, ну, вот мама и его Екатерина, вот с маминой вот там, они после войны, эта Екатеринушка маму как-то отыскивала. И мама так, Екатеринушку-то мы и не захватили. Поехали уже, все. Мы не знали, они с ней здесь жили. И не знали, что рядышком живем. И так все, вот мы Екатеринушку никто, ни я, ни мама, не видели живую. Только поминаем. Теперь мама, что Царство Небесное нет. А батюшка, вы говорите, исцелили. А мамушка как болела у меня. Болела уже все. Ну, я ее переворачивала. Мне самой было на ее страшно смотреть, даже неприятно. Вот кости и кожа, а было не повернуть мне ее. Тяжело? Не передать. Я остановилась, полотенце на эту, она на диване лежала, полотенце подануло. И вот на полотенце и сама подвязывалась. Боялась, что не вередится. Приезжаю к батюшке, а батюшка говорит: ну да, и уже весь дом ходит прощаться, что совсем мама. Говорит: ну да, я говорю: батюшка, мороз-то какой, ходит в деревню, а столько километров, вести 70 километров. Там могилу не знаешь, как вырыть. Мороз большой, великим посту. Это она болела. Я говорю: как быть с мамушкой-то? Ой, ой, Боже милостивый, Зинаида мамушку хоронит. Да Настя тебе пироги будет печь. Батюшка, я стою и думаю: Господи, что с батюшкой? Мама мёртва. Её уже не узнать.
она сама на себя не похожа. Что батюшка-то говорит? Он говорит, ты ее 4 раза, у меня 3, а священники, ну, твои труды должны 4 раза причастить и 3 раза пособоровать. И когда она пойдет чуть на поправку, ты на ну подкрикивай. Есть, есть, она будет тебя бояться, твоего крика. И помаленьку начнут есть. И выздоровеет. Господи. Ну, я приехала, батюшки, на благословение. И я начала батюшек возить. А дома говорят, Господи, Зинаида совсем с ума сошла. Где деньги ну, на похороны накопила, она, знай, попов возит. Говорит, совсем разум потеряла. На, 3 раза причастили, чего, пособоровали. Не, стал 2 раза только пособоровали. На 3-й приезжай в церковь. Приезжай в церковь, конечно, с помощью. Вынесите, поможете ей машину, машину возьми. Но в церкви 3-й раз соборовали. Господи, этот, 2 раза пособоровали, 3 раза причастили, а уже 4-й раз вот 3-й раз соборовали, и в церкви 4-й раз причащали. Все ахнули. Что такое? Тихо ли? Что это? Воскресло. И вот еще вот батюшкина молитва. Долго еще прожила? А после мамы, наверное, лет 17 жила. И пироги пекла? Да, батюшка, ну все делала. Это как будто чудо было. Родился отец Николай 24 мая 1909 года под Гдовом в семье регента. С детства был в алтаре, так что с младенчества был воцерковленным. Его духовным отцом, как говорил сам батюшка, был священномученик, митрополит Вениамин Казанский. В 1928-м окончил педагогический техникум и первый курс Ленинградского пединститута, из которого был исключен за то, что открыто высказался против закрытия и разрушения близлежащего храма. После этого вскоре и был арестован. Пошли тюрьмы и лагеря со всеми их ужасами. Он их называл санаториями. Колодки, каторжный труд на строительстве дороги, на лесоповале, вонючие теплушки. Получил сильные травмы грудной клетки и ступни. Однажды их загнали в замерзшую воду по грудь. Выжил только он один. Согревала молитва. Просидел 7 лет. Вернувшись из сыктывкарских и воркутинских лагерей, совсем немного преподавал, пока не началась война. Был в оккупации. В 1942-м рукоположен митрополитом Сергием Вознесенским и направлен служить в Рижский Свято-Троицкий монастырь, затем в Вильнюсский Свято-Духов, а потом в литовское село Гегабрасты. После 1958 года до самой смерти служил на острове Талапс в храме святителя Николая. Заочно окончил Ленинградскую семинарию и академию. Представился ко Господу 24 августа 2002 года. Похоронен на кладбище возле своего же храма. Как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Вы простите, род и ближний человек. Меня грешника помяните, отхожу от вас, пока не навек. Всех помазал или нет? Отец Христофор, мы поехали к батюшке Николаю. И вот однажды, первый раз, когда я зашел, это зима была. К батюшке зашли домой вчетверо. Вообще-то к батюшке не каждый может попасть в его келью, но так вот Господь сподобил, что попали мы туда. Я стоял с левой стороны, мои близкие стояли, знакомые, которые меня привели, которые Валентина, мы находились там на острове, Людмила
и какая-то молодая девушка лет 18. Батюшка, как мы только зашли, батюшка сразу сказал и предупредил нас, говорит, посмотрите, и мы увидели икону Страшного Суда. Он говорит, или вы посмотрите, можете оказаться или вот там, или вот здесь. Что надо здесь, ждет нас, посмотреть. Вот куда, а не сюда. Там вечность, и здесь вечность. И горе, как в эту вечность попасть. Боже, сохрани. И, повернувшись к иконе Божьей Матери, усердно начал молиться. После этой молитвы мы зарыдали все. Зарыдали, поняли, такая благодать опустилась на нас по его святой молитве. Вдруг батюшка поворачивается и говорит на эту молодую девушку и говорит ей, монахиней будешь, и называет ее имя. Она удивилась, удивленно посмотрела на батюшку и говорит, да-да, сестра твоя в таком-то монастыре, и зовут ее так-то. То есть та и действительно посмотрела и не знала, что говорить. Говорит, да, но прежде чем тебе монахиней стать, ты должна закончить медицинский институт, а потом примешь постриг. Ну, я, конечно, здесь вот услышал, когда вот насчет монашества, я так закричал на всю эту келью, батюшка, я монахом хочу быть. Но батюшка сказал, ну, вот, а тебе влез в деревню. Я был у батюшки часто, я был где-то раз 9, наверное. Пребывание рядом с ним, просто стоит когда даже рядом. Знаете, ну вот ощущение, как-то реальность мира даже отходит. Звуки даже отходят в сторону. Люди. Там было на острове очень много людей, когда я летом ездила. Вот, ну ничего не видишь. Абсолютно ничего. Как-то с ним так хорошо и спокойно. Вот ты знаешь, что он сказал, так и будет. И даже сомнений никаких в этом нет абсолютно. Вот он меня не благословил на венчание с моим бывшим супругом. Хотя у нас двое детей. Меня благословил, я спросила батюшку, а может мне вместе на остров вот завтра с ним к вам приехать, чтобы не без него как бы за глаза все это решать, а вот с ним, нет, он мне здесь не нужен. И он был прав, поскольку мы до сих пор как бы совершенно в разных направлениях живем. Вот. Хотя ради, как я тогда вот стремилась, ради детей надо все. А сейчас я понимаю, ради детей он и сказал, не надо. Представляете, вот при мне женщины приехали, с Владивостока. Ехали только за одним. Попасть к батюшке Николаю, вот посмотреть. Не посмотреть, а вот хотя бы вот увидеть одним глазком. Мне глазком на него посмотреть, мне ничего не надо, она говорит. Но когда батюшка вышел, он, наверное, чувствовал, что она ехала с какой-то большой проблемой. Он так ее позвал. Все стоящие вот огромные массы людей. И тихо-тихо ей что-то сказал. Но она, конечно, в слезах вернулась, никому ничего не рассказала, быстро сумку забрала и ушла. Вот она глазком посмотрела. А на самом деле получил, зачем ехал, и тот человек и от батюшки Николая получил. Когда батюшка меня только встретил тут зимой, значит, на крылечке, и он со мной, а у меня родной язык украинский, я вырос в украинском селе, вот, другого языка я не знал, и батюшка со мной стал говорить на чисто украинском языке при первой моей встрече. Думаю, ничего себе! Вот. И потом, читая старцев, подвижников нашего времени, и то, что я видел, батюшка отвечал другим, и со своей стороны я, и считаю я, может, мое какое-то неполное такое мнение, однобокое, на нем была великая благодать Божия, и он мог, как и первые апостолы, ну как, ну если очень что-то трудное, он отлучался на минутку, на там сколько, помолиться Господу. А так для него не было никакой тайны. В этом же устье, где мы построили храм, мы с бабой Ниной, ныне такая дряхлая старушка, там жила, вот через нее мы и все и начали. И говорит, Нинушка, ну что ж ты, за то, что тебе там огород вспахали, водкой расплачивайся. У там тебя лежит большой камень, лежит возле дома. Ты, которого водочка у тебя еще сохранилась, об этой камень разбей. Он видел все, что и где.
Бывало с разными там, с каверзными вопросами, что там за старец, знаете, люди по-разному ездили. И других он приходил на пристань, ну что, говорит, встречает этот корабль, ракету, ну увидели этого деда-то, а теперь, говорит, садитесь на этот корабль и домой. Вот так он узнал, кто к нему едет и с каким делом, и с какими помыслами. Для него секретов не было абсолютно никаких. А по поводу медальончика? Ну, тут же в храме Александра Невского, ну, как-то я ездил в паломничество, там на 10 дней были Троица Сергиевой Лавры, и был преподобного Серафима Саровского и Воптина, и после этого приехал, а как раз привезли, завоз был медальончиков этих, иконочек. Очень много Царицы Небесной, и все разные, там Иверская, там Казанская, и всякие разные. А они в одном пакете. Говорю, матушка Валентина, вытащи мне Матерь-то Божью со Спасителем. Она ту руку туда и вытаскивает мне Казанскую Божью Матерь. Вот. Ну, и я ж там и кашеварил я там в храме Александра Невского одно время. Вот, и, ну, так-то, один священник какой-то, старенький, говорит, Василий увидел меня это. Василий, это, говорит, мирянам не положено носить. А я так засмущался, ну, меня же есть в кого спросить. И тут же как-то зимой батюшка меня в келью пригласил, там, ага, посадил меня, сам сидит. Даже нет, на свой стул посадил меня, а сам стоит. Я говорю, батюшка, вот так, батюшка, Василюшка, можно, носи. Я ни ему ни слова, ни полслова не сказал, что, чего я ему хочу сказать. Вот. И вот Анатолий Александрович, чего нету с нами, он ездил к батюшке с одним писателем. И в этого писателя были вопросы записаны, и где-то он их положил. И стал он общаться, значит, и получился вот с этим писателем такой диалог у батюшки, что Анатолий говорит, я слушаю их разговор тут, как вроде одна тема кончается, и не переходя, другая начинается. В общем, батюшка ему без его этой записки ответил на его все вопросы. Он свою записку так и не нашел. И когда они уже сели в этот самый теплоход этот наш, псковский, он раз, и она в кармане лежит. А как он ее, не знаю, по промыслу Божьему. И говорит, надо же, стал перечитывать вопросы. Говорит, в моей последовательности, как эти вопросы. Все, батюшка и ответил ему, от и до. Что он хотел его спросить? О Матерь Пресвятая, от и слезу слони, от бед изнемогая, душа моя скорбит. Отсюда честно стало, души лишь воп да стон, от рады не отнимало, и зло со всех сторон. На бедного восстали, кой милый был сперва, и в горестной печали я блекну, как трава, мира заступнет, Матерь шепет. Я пред тобою с мольбой, бедного грешник, мраком одета, ты благодатью прикрой, каким счастлив, смотри, попросить-то можно кого, Царицу Небесную, вот какой мы радости, слава тебе, Господи. И не дай, Господи, что заболеть поняли, да и слова не сказать. А тут еще молимся, с кем говорим? Да. С Господом. Да. Помоги как вам, Господи. Какие счастливы. И вот батюшка вначале, он меня председателем приходского совета поставил. Потом я заместителем была. Потом он меня поставил сразу убирать храм. Бери швабру и беги убирай. Я и пекла, и тут как сторож, и убирала храм, и дорогу убирала.
И вот и просвороты пекла. И я приехала, я говорю, батюшка, миленький, может, от дороги меня освободишь? Я тут вот так устала, на крыльцах повалилась и не встать. Ой, как я рад, что ты на дороге умерла. Прямо дорога в Царство Небесное. Трудись руками, трудись умом, трудись без устани ночью и днем. Трудись, и не думай, что мир твоих дум не поймет. Трудись, и не думай, что труд твой бесследно пройдет. Когда меня ноги тоже болели, а все равно я к нему ездила, ведь по озеру 10 километров там, от Колбата, там уже меньше, а мы сейчас стали 10. Вот приду, и я боялась садиться, думаю, сяду. Мне в день не встать не хотела, чтобы батюшка там видел, что вот мне тяжело или что. Присядь, ну присядь. Я говорю, да не, батюшка, мне, я говорю, немножко нога побаливает. Ой, у тебя ноги-то болят, как у меня. На этом и все. Потом это не то, что там я на второй раз приехала и потом приезжаю, а он мне и говорит, Зинаидушка, а ножки-то в тебя болят, ты не скорби, молитва-то хоть бы какая, доброго-то дел хоть бы сколько, да Господь хочет твою душеньку спасти, вот тебя болезнь и наказывает. Я опять ни слова. Потом на третий раз приехала, он меня встречает, и скорее я переступила порог-то, и скорее молиться. Помолился, обернулся ко мне. Это я так хочу, чтобы у тебя ноги вообще не ходили. Как вырастут крылья, как полетишь. Что дороже, ноги или крылья, как закрепит. Вот. А потом, вот, когда последний раз я была, он, я так такого голоса и такого крика от него не слышала. Он настолько был кроткий, настолько смиренный, настолько у него голосок был нежный, а то кричал, бери оружие, на передовую со врагом, повалися, встань опять со врагом, не сдавайся врагу. Да, 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 да. Только не сдавайся. И вот я и хотела, вот тут заболела, как расплакалась я. Ну, я и сейчас плохо, ночам не сплю. Как только на кровать, так и сижу, потихоньку хожу, как только на кровать, выворачивают все ноги. Прям сил нет мне не удержать. Я как расплакалась, голос отца Николая. Вставай, читай Серафима Саровского «Житие». А у меня, я и забыла, что книга лежит на столе, но я ее не читала, Серафима Саровского. Как она мне очутилась, я не знаю. Открываю, а там одни страдания. Вот, почитала. А потом, тут, конечно, меня тут обижать стали. Я поплакала. Батюшки, сидеть, пожалиться. Я вот стою это место. Он оттуда, с кухни. Вот так вот встал, вот как вы, вот как раз через стол. Я стою, и вот он вот так вот показался. Я ему ни слова, он мне ни слова. Но показал, что он здесь. И все, исчез. Ну, хоть бы какое словечко сказал. Никакого. А вот так вот. По грудь. Вот летом, когда мы приехали тогда на остров, народу много, и он выходил на какое-то время, потом ушел отдыхать. И мужчина, молодой совершенно мужчина, передо мной стоял. Он привез ему большой пакет свечей для храма, подарок. Подошел, задал свой вопрос, но там как бы не слушаешь, кто о чем спрашивает, потому что сам погружен в свое состояние. И вдруг я смотрю, отец Николай с улыбкой вот так разворачивается вот этим местом, как даст в лоб. Я думаю, что же будет? Я так опешила, потому что я первый раз такую сцену видела. Мужчина поставил, говорит, батюшка, спасибо, и пошел. А следующий мне подходить. Я с духом собралась, думаю, так, если совсем все плохо, то в лоб получишь, наверное, тоже.
Вот подошла, рассказала вот эту свою проблему. Он мне дал свой совет, благословил, очень по-доброму, очень спокойно. Я ухожу, думаю, неужели не даст? Неужели не даст? Так ушла с целым лбом. Но была такая сцена потрясающая. Но вот это откровенное «батюшка, спасибо!» Был у нас настолько неожиданный ответ смирения человека. То есть, ну, истинно верующий православный был, наверное, мужчина до такой степени, что он был так рад этому. Говорят, что кому батюшка в лоб дал, у того вся жизнь выправляется. И такое тоже я слышала. Сама не получала, но... А потом был такой период, я к нему ездила на раз семь. Вот приеду, привезу там все. Там говорю, батюшка миленький, благословить. Он молча благословит меня. Ну, никакого словечка не скажет. Ой, и я сижу, говорю. Потом, батюшка, простите, я вас искушаю. Благословите, я поеду. Он благословляет, я уезжаю. И это было так семь раз. Выхожу и думаю, что мне делать? Батюшка со мной не разговаривает. Может, мне это... Мне ездить, может, мне хочется, я езжу. А потом думаю, во, а кто я такая? Выгонит, тогда я не поеду. Приезжаю на восьмой раз, он меня уже у калитки встречает. Милости просим, милости просим. На восьмой раз заговорил. Вот приезжаю. Батюшка, батюшка, он говорит, ко мне привязалась. Батюшка, да батюшка. Я говорю, батюшка, да меня сделаю я к вам. Какое? Я говорю, да сынок, он хочет жениться. Он говорит, свадьбу ты не справляй, а принять-то ты должна. Ваше дитя уже есть. А свадьбу не справляй. На свадьбе ни одного человека хорошего не будет. К вам идет не учительница, а мучительница. Она не только сынка, так она вас-то всех замучает. Так и вышло, доченька. Вот она родила девочку, и два месяца она отказалась. Батюшка благословил, мы ее вырастили. И теперь еще. Вот Ахтита, мне пенсия, сейчас я помогаю еще ей. Она дитё родила, не удалось, вот так все. А вообще браки благословлял? Браки? Они, батюшка сказал, все и теперь... Он мне сказал, что не надо, а еще она когда в восьмой класс ходила, вот моя внучка, и он сказал, что я приехала к батюшке, сынок, ничего, вот вы благословили ее взять, мы растим, а сынок копейки не дает, она замуж не пойдет. Альба, прокормите, у вас есть на чем поспать? Не беспокойся. А когда вот все получилось, и дитё-то, я говорю, батюшка, а как же? А это Господь распорядился. Она не поймешь, по какой бы пути пошла. А так, говорит, она будет монахиня. Да, и я ей говорю, батюшка, ведь вот она, я говорю, мне покой не дает, и что я какая-то урод, все люди все, а он говорит, ах, теперь же у Господа нет благословения. На замужество. Это, говорит, безумные идут замуж. И это как-то сказал, ой, кто замуж-то не пошел, того Господь нашел. А вот этого не разумеют. И говорил, у нас было четверо сынов. Мы, говорит, сидим, у нас была няня за столом. Вышел отец, обошел вокруг стола. Поэтому как-то я приеду, никого нет, и по первости-то потом вот такие потоки были, а по первости-то свободно. И говорит, обошел, подошел ко мне и говорит, Екатеринушка, вот тебя кто доглядит на меня по плечу. Говорит, и действительно, дают мне белый билет, а я, говорит, здоров. Был. Не знаешь, я, говорю, ничем не болел, ничем не нуждался. Говорит, а вот, и, говорит, три брата ушли на войну,
все погибли. И мама сказала, не получать пенсию, корми сам меня. И с государством мама пенсии за своих сынов не получала. Это он мне говорил. И она осталась на иждивении от сына, да? Да, 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 да. Вот. А мама его с ним жила или где-то? С ним. И она там на Талапсе похоронена? Да, да. А в каком году она умерла? А, не могу сказать. Вот не могу сказать. Как-то говорит батюшка, я без внимания. Не могу сказать. Он мне и это говорил. Говорит, мама приболела, а я засуетился. Бежать за врачом. Ну, я знал, что она помрет. А все равно, ну как же так? Надо ж врача-то позвать. Как же для глаз-то? Как же, батюшка, мать, плохо ей. Она на меня как закричит. Причасти меня. Что засуетился? Говорю, я пока собирался причасти, мамушка. Потом не знаю, как, чему он мне сказал. Я даже понятия не могу. Сидели и говорит, Зинаидушка, меня отец был такой. Вот ехал он, два ехало священника. Мост, ну, речка и мост. Оттуда ехало два священника, но у них повозка была пустая. А мой отец, его повозка была нагруженная. И, говорит, встретились на мосту, и не уступили они. Вот, взад, чтобы попятить. Говорит, мой отец вышел и опоясал двух священников. И он сразу умер. А поясал как понять? Ну, кнутом, кнутом. А-а-а. Вот он мне вот сказал. И с такой тревогой он мне рассказывал. Это я видела, так это ему настолько было тяжело, я вижу, тяжко. А все равно он мне вот. А я думаю, зачем, к чему батюшка мне так сказал? И я вот еще... Что с меня брать? С нами имел близкое общение духовное. И часто нам передавал через матушку что-то, или предупреждал, что с нами может быть, или утешал нас, когда у нас были скорби. И мы опять звонили отцу Николаю. Отец Николай иногда и родствовал, но он был такой святой человек. Такие люди, они скрывают свою благодать. Отец Николай нас не видел и узнавал братьев. Он нам говорил, точно-точно характеризовал о каждом брате. Приезжает бабушка и привозит маленького мальчика, внученочка своего, года три. И у батюшки спрашивает, батюшка, вот куда ему поступать? Ему 3 года всего. А бабушка говорит, куда ему, в какой институт поступать? Это так всех удивило. А батюшка посмотрел на небо, задумался и говорит, епископом будет. И все люди, которые тут стояли, они знали, что батюшка просто так ничего не говорит, а всегда с глубоким духовным смыслом. И они уже стали на этого малыша смотреть, как на будущего епископа, правда. Только благословения не берут. А видела еще, когда там болящий на острове есть такой, ну, средних лет, он уже совершенно больной человек. И он, когда приезжают паломники, ну, как бы, и сочувствие они ему выражают, и денежку дают. При нас он к батюшке во двор вошел,
Вот я видела, с какой любовью отец Николай по голове гладил. А у парня текли слезы. Вот он к нам как бы подходил. Это один человек, вот он просто больной. Больной, несчастный, протягивает руку, просит там милостыню, еще что-то. А когда к отцу Николаю подошел, другой человек. Другой человек, другой взгляд. Какой-то осмысленный, не болящего человека. И слезы, 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 слезы. Он его погладил, и он совершенно умиротворенный уже ушел. Уже никто не нужен был, ни паломники, ни помощи. Я тут человеческая, простая такая. Вот. Батюшка погладил его. С батюшкой я познакомился еще в 86-м году, когда пришел к Богу. Еще я служил в армии вот, тогда. И ну, уже никак не срочную службу, а уже служил прапорщиком в морской авиации. Потом перевелся в транспортную авиацию сюда, в Псков. Мама заболела, пришлось... значит, переехать сюда. И, значит, возникли в связи с местом жительства и службы вот нового всякие проблемы. Ну, в храме я молился, только пришел, еще толком ничего не знал о вере, о православии. Ну, как вот все молятся, и сам начинал молиться. Еще и самому как-то и в храме было стыдно, и руку поднять, перекреститься. Вроде, казалось бы, на тебя все смотрят. Ну вот, а потом кому-то делиться с проблемами своими как-то вот было не по себе, потому что казалось, что ну чего там людям до твоих проблем, у них своих хватает. Ну как-то вот стоишь, молишься, ты и Бог. Ну а потом как-то человека встретил в городе, знакомого, верующего. Она в алтаре тоже служила, вдова, уже ей было далеко за 60. Она знала очень мою маму. А я потерял мать, и, значит, родственников там тоже как-то непонятия были о том, что я пришел в храм. И эта женщина, вот алтарница, а ты, говорит, приди к нам, помолись, с батюшкой поговори. Вот как он тебе скажет, так ты и сделай. И вот я пришел туда в храм, начал туда ходить, помогать батюшке. Ну и потом поделился своими, так сказать, горестями своими, значит, разными трагедиями. Ну, батюшка говорит, да что я, говорит, тоже грешный, я тебе ничего не могу подсказать. Ты съезди на залит к отцу Николаю, он хороший батюшка, он что-нибудь тебе подскажет. А еще не было такого вот паломничества туда, не было еще таких вот, значит, к нему наездок больших. Он свободно, батюшка служил в храме, вот, был просто батюшка такой, хороший батюшка. А то, что там старец, то, что он такой прозорливый, еще прочее, что-то такого, там чудес таких, рекламы такой не было, как потом в последнее время. Ну, у меня был катер, вот, мне друг оставил один и мотор, и катер, и я поехал туда к нему на катере на своем. Приехал, батюшка как раз был дома, я помолился так, постучал, а перед этим мне сказали, что когда поедешь, ты почитай акафист святителю Николаю, ты когда будешь ехать, батюшка уже будет знать, что ты едешь. И правда, я уже только к дому подошел, так помолился, немножко уже когда шел от, со стороны причала, вот, как мы тоже причалили сюда же, и шел мимо храма, к батюшке потом пришел, и батюшка сам вышел. Вот. И мы с ним так поздоровались по-христиански. Все, он меня принял, посадил возле своего дома на скамеечку и, значит, со мной беседовал, наверное, часа два. Но эти часа два, они прошли как 5 минут для меня. Я так тоже был в таком отчаянии, что ну, вот как-то много недостоинства было своего, как вот христианина, потому как в советское время прожил ну, не такой жизнью, не христианской, а мирской. И от незнания Господа, и от незнания вот, заповедей Божьих, от незнания Евангелия. Тогда в то время не было ни Евангелия, ни книг никаких не было, ничего не продавалось в храмах.
Это сейчас свободная литература. А тогда все было, у кого на руках что-то было, вот у бабулек, у стареньких. И даже вот творение отцов святых, вот как некоторые говорят, тогда не было еще. И из рук в руки, в рукописях передавалось. И вот это вот тоже мне давали, я читал, вразумлялся. И вот батюшка со мной побеседовал, когда он досказал мне, утешил так: «О, да у тебя ничего страшного-то и нету. Молись Господу, ходи, Господь тебя дальше вот направит». И мы с ним так мирно побеседовали. А потом, когда он спросил меня о семье, о детях, ну, имен их не спросил. Ну, у меня сын жил в другом городе, потому что я перевелся в Псков, а семья еще оставалась в острове. И вот, когда уже мы прощались с батюшкой, батюшка уже встал так на крылечко, дверь начал открывать, так мне погрозил пальцем: «Вот тебе скоро Андрюша приедет, ты его не обижай, вот, молись с ним вместе Господу». И вот, и правда, в скорости приехал сын и остался со мной жить. И мы с ним 8 лет вместе жили. Была я свидетелем такого интересного случая. Я приехала, и пришла к батюшке, и тут же подошли две другие женщины. Батюшка как-то с нами, со всеми вместе сразу одновременно говорил, и вот зашла речь про Иерусалим. И тут одна из них как закричит: «В Иерусалиме топят, в Иерусалиме топят!» И упала на спину, вот так, как доска, прямо плашмя. Упала, я, как врач, смотрю, ужасаюсь, как она с сотрясением мозга, может быть, очень быстро так упала, ну вот как доска прямо, и сотрясение, и почки, и все может. И первая реакция у меня – помочь ей встать. Я, значит, к ней быстрее поднимать ее, а батюшка такой спокойно, и говорит: «Пусть полежит». Я отошла, а она спокойно-то лежит, но кричит таким голосом, совсем не женским, а грубым, мужским: «Умираю, умираю!» кричит. А батюшка опять спокойно, говорит: «Ну, умирай, и так рукой еще: «Ну, умирай, мы тебя тут и похороним». А она, то есть, ну, это враг из нее, опять кричит: «Не хочу умирать!» И опять: «Умираю». Батюшка тогда говорит к Еленице: «Принеси ко святой водички». Она принесла водички святой, батюшка ее перекрестил, святой водой покропил. И она тогда спокойненько встает, как, ну, нормальный человек, и опять же своим естественным женским голосом беседу продолжает с ним. Я такой случай первый раз видела у батюшки и поразилась. И тут, конечно, поняла, какой он великой духовной силы, что и бесы трепещут и падают перед ним. Ненавижу православных! Ненавижу! Самая противная вера православная! Остальные все веры в ад пойдут! Мы не боимся, кто неправильно крестится! Молодец! Крестись неправильно! Не учи их! Пускай крестят! Воспих! Дураки! Ездят по старцам! Сидели бы дома около телевизора! Наши иконы антихристовые! Все думают, что Надька сумасшедшая, что она бесноватая. Дураки! Кто хоть слово про нее плохое скажет, кто ее обидит, все будете перед Богом отвечать: это блаженная надежда, она дана от Бога, чтобы вразумлять вас. Вся страна ее скоро будет знать.
кровью родственники, за кого она будет молиться, кого будет крестить, тот будет исцеляться. Ее благословил вот этот Колька, которого я ненавижу. Не хочет она. Душа моя грустью убита, я воли твоей не творю. И дверь мне спасения закрыта, закрыта дорога к Творцу. Закрыта моими страстями, а их у меня целый лес. Они возрастали годами, и место привольное здесь. Он жил в Старом Яроде, мать он похоронил, а бабушек никаких с собой, чтобы его жили в его келье, он не хотел. Чтобы будет разговор, а это ни к чему, лучше жить дома, чем будет сплетни ходить. Он сам все готовил. И что удивится, конечно, у него заместо вот эти самые, все сеть была устная рыбацкими сетями. Заместо половиков, заместо ковров, все сети рыбацкие. Я считаю, что я где-то слышал, что это защита от бесов, что бес якобы боится сетей. Не знаю. Одним словом, он говорит, ну, давай, говорит, пообедаем. Значит, налил мне кружку молока, такой большой оладьи, такие вот, называются, у нас на Урале называются шанги. Я сам из Урала, я сама из Челябинска, родом-то оттуда. Вот, значит, мы с ним поели, он говорит, ну, Кирилл, значит, с чем приехал? Я говорю, значит, вот, значит, вот тебе скрыт, значит, меня требует, у меня установка пения. Я говорю, человек необразованный, семинарию не кончал, училище не кончал. Я говорю, не могу, мне говорю, трудно с ним. Он меня, говорит, обижает и гонит даже. Он говорит, ну, что тебе сказать, давай, говорит, помолимся. Давай, говорит, помолимся. Он такой вот худой, вот, значит, вот мы стали с ним сделать земные поклоны. Мне было 27, ему было 60. Он успеет сделать 3 поклона, я только один. Он как автомат. Я тоже был в то время спортсменом, где-то сейчас я стал толстый и поворотливый. А в то время я не был таким. Встал, сказал, что ну вот что, тебе 2 пути. Останешься и будешь терпеть до конца, то скоро будешь батюшкой. Потом я узнал уже потом, что он был начал рукоположение в Ливии с Пасхом. Если женишься, ты все равно будешь. Ну, говорит, не скоро. И говорит, привести, говорит, поплакать из ряда о своем падении. Хотя какое падение, в общем-то, жизнь делал очень нормально. Ну и вот так получилось, что я через юбку не смог переступить. Ну, как-то бывает, согрешили, потом у меня уже совесть мучает, я человек верующий, я не могу в таком состоянии ее бросить. Ну вот я женился. И Архей меня выгнал. Узнал, когда про это, сказал, что ах так, значит, у нас лыка так был расположен только к монашеству. Либо к целибатству, либо к монашеству. Он священников жадных не любил, потому что, как сказал Евангелие, оженился, ищет, как угодить жене, а не женился, ищет, как угодить Богу. В общем, так оно и есть. В этом словах есть глубокий смысл. Все же ты взялся в богослужбу, то лучше оставь все житейские попечения, конечно, если можешь оставить, безусловно, потому что я знаю монахов, которые спиваются и прочее. Монахи, которые не могут ужиться в монастыре, уходят на приход, и там начинают безобразничать. Много я чего знаю, много чего видал. Господь, конечно, наказывает таких людей. Вот. Но тем не менее, это получилось, конечно, вот мне пришлось жениться. И я 7 лет провел в покаянии. 7 лет. В таком глубоком, совсем покаянское падение. Я так был близок к цели, который шел всю жизнь. И вот так вот эта юбка меня, как сказать, что называется, подвела. Ну, а что, у меня 4 детей, которые сама не здоровится, встречаясь на улице. С батюшкой, с родных, которые их кормят, одевают, бывает, да, не забудьте, платят за их квартиру. Ну, копия ее, генетически они все похожи на нее, не на меня. Так вот, с отцом Николаем, все равно, говорит, будешь. А сейчас, говорит, иди, начинает, говорит, смеркаться, иди, говорит, сама, говорит, осенний автобус уйдет, значит, иди обратно на дорогу. А на дороге, значит, через озеро надо по льду пробежать. А автобус наверняка что уже ушел, уже начинало темнеть.
Ну, дни же короткие, весна, еще зима, апрель месяц. Я говорю, отец Николай, вы мне, говорю, пустите переночевать. Потому что я говорю, куда я сейчас? Говорю, темнеет на улице, мороз крепчат, я в резиновых сапогах. Он говорит, нет, иди. Я говорю, ну, хоть бы сторожку, я не знаю, если вы не боитесь у себя, значит, сторожку, там же сторожка есть при храме. Он говорит, нет, иди. Вот я, говорит, самой тебе, говорит, оладью большую дал мне урок. Вот, говорит, возьми, говорит, Боже, говорит, бежай, говорит, и ешь по дороге, ешь. А если, говорит, провалишься в прорубь, все, он говорит, ешь, говорит, вычка, из проби запивай. Ну, такое наставление, то, знаете, оно такое. Я не трус, но я боюсь. Значит, я начал порствовать. Он взял меня за ухо и потащил меня к двери. Хотя я был здоровый. А ну, как он старается сопротивляться? Я не смел. Меня за ухо до времени дотащил, говорит, открывай двери. Я человек открыл, значит, он выставил меня на порог, говорит, ну вот, дорожка к озеру. И он говорит, беги. А я тебе сел, говорит, я посмотрю. Я побежал. Я человек послушный. Я бегу и ем. Уже когда же я провалюсь в полынью. А там уже темнеет, уже плохо видно, а полыни там пробоин уже есть. Так вот, это, конечно, шутка. Но после меня туда поехал два иподиакона архиерейских и утонули. Это было, он, видимо, это провидел. Но это случилось не со мной, а с ними. На лодке поехали, там эти волны большие, там озеро огромное, Псковское озеро. Значит, и привернул лодку, два иподиакона погибли. Добежал, значит, я до дороги, стало темно, мороз крепчает. Все автобусы на Псков ушли, до Пскова 70 километров. Ну что, я стою на дороге, думаю, ну я погиб. Частники не возьмут, какой-то мужик вышел с бородой из леса, разве частник возьмет, частники боятся. Значит, я вышел, значит, на дорогу и стою, думаю, Господи, вот тебе и старец. Говорит, что старец. Говорит, что прозорливый. Вы отправил меня на верную смерть. До Пскова 70 километров, понимаешь, что мороз крепчает, я возьму в сапогах, все автобусы ушли ночь на дворе. Что делать? Вдруг, откуда ни возьмись, выезжает москвич старый из леса. Оказывается, это рыбаки, они тут на озере сидели, ломки там у них рыбили рыбу. И сам москвич, я просто не дал, он там в лесу где-то стоял. И мимо них, как раз я и пробежал, когда мимо них шел, значит, и вышел, но сама на этом дорогу, они сзади выезжают. Я, значит, повел, они, значит, вы красу тут выезжают. И остановились, я даже руку не поднимал. Я думаю, вот, Господи, Окольский я маловер. Ведь там отец Николай молится за меня, чтобы я был еще, ему что же на совести, если он отправил меня на верную смерть. Но молится, вот, и они взяли и остановились. Говорит, тебе, парень, куда? Я говорю, до Пскова, садись. Конечно, они ужасно матюкались и курили всю дорогу, но зато они меня довезли и денег не взяли. Это была моя первая поездка к отцу Николаю. Там уже был дед, когда я уже был уже священником. Вот. Очень мы с ним хорошо пообщались на последний раз. Не были проблемы с женой. Вот. Я говорю, как вы, отец Николай, с ним быть? Она меня гонит, меня вещи выбрасывает, жить там не хочет, а детей против меня настраивает. Он говорит, батюшка, надо мириться. Я отец Николай. Я все понимаю, но как это сделать конкретно, вот как, когда вот у нас полнок с ним, мы два антипода. Он говорит, все равно надо мириться. Сказать проще всего. Вот. Потом говорит, ну, батюшка, благослови меня. Он мне говорит. Я как-то замялся, старался благословить, как-то, значит. Он говорит, давай. Вот чем он был интересен, вот у Гурия, у него, у них общего, вот самый интересный момент – это вот простота. Вот у батюшек наших образованных, это нету. У них есть скамерки и надменность. У них простота. Ну, что, за нос тебя подергать, за ухо потрепать, сказать, пошлепать, чем-то, какой-нибудь даже анекдот рассказать такое, что-нибудь, какой-нибудь что-то получить, сказать, это ему простое. Он говорит, благослови меня. Он говорит, давай. Я благословил. Он говорит, еще раз благослови. Это же в приюте все делается. Я еще бы слышал. Думаю, сейчас третий скажет. Нет, третий раз не сказал. Где просто, там ангелов сост. Где мудрено, там ни одного. Потому что приходит ракета, высыпается человек 200, и все туда к нему. Он бедненький, понимаешь, такой худенький, стыпанный, вот на этой самой веранде. Хоть бы ему сделали, хоть бы будочку сделать. Она продувается насквозь. Она ветер очень сильный, с озера. Воспаление легких получил, чуть не умер. Еле спасли. И потом они к нему идут, понимаешь, не как к батюшке, а как вот к гадалке. Они идут, вот как мне быть, а что мне делать? Мне сын запил, у меня дочка в тюрьме, а вот у меня сын наркоман. Ну, то что делать?
вот я интересно, я рядом с ним стоял и смотрел, как он общается с людьми. Вот это надо было видеть. Вот я говорю, что вот много у них общего с Бурей, с ним. У него сейчас была в руке маленькая бутылочка и скрепка. Ну, скрепка вот эта, вот бумагу. Кисточка много масла берет, а скрепка почистить. Он скрепку выкает и скрепкой лоб помазывает. Когда они его спрашивают что-либо, он им отвечает. Спаси Господи, помоги Господи, вразуми Господи. Они сердятся и говорят, ну чего ты, спаси Господи, разуми Господи. Скажи нам конкретный ответ, дай нам на конкретный вопрос. Мы пойдем, спаси Господи, разуми Господи, они ходят недовольны. Они приходят к ним как вот, ну как гадалки. А ведь он, знаете, самое место Господь, что откроет, он скажет, если он ничего не открывает, значит, он промолчит, ему дают такие общие фразы, как «Спаси Господи, разуми Господи». Мне еще он сказал все, что я спрашивал. Потому что я пришел не ради любопытства, у меня сейчас были проблемы. Проблема была серьезная, спросить было не у кого. Вот отец Николай меня, в общем-то, выручал. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели шасиры и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помоги мне, яко немощну, окорми меня, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волишь. Боже, Иисусе, Сыне Давида, Иисусе, Царю преславный, Иисусе, Агнче непорочный, Иисусе, Пастырю предивный, Иисусе, Хранителю во младости моей, Иисусе, Кормителю юности моей, Иисусе, похвало старости моей, Иисусе, надежда в смерти моей, Иисусе, животе по смерти моей, Иисусе, утешение мое на суде Твоем, Иисусе, желание мое, не пострами меня тогда, Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Когда я к нему начала ездить, у него был диабет. И батюшка ничего не вкушал мясного. И он вдруг заболел диабетом. Пимен прислал бумагу. Я благословляю есть мясо. Вы нам нужны. Вы будете есть мясо не для того, чтобы свою плоть, а для того, чтобы людям нужны. И батюшка стал есть мясо. Поблагословил Пимена. Говорить о высоте его духовной жизни, прозорливости и дарованиях, что называется, не леть из глаголоти. Об этом свидетельств предостаточно. Фильмы выпущены и книги. Отметим только, что отличительной чертой его жизни была простота, немногословие и любовь. Больше всего любил простой народ, а вот священников, по воспоминаниям очевидцев, не очень-то жаловал. С немногими из них был откровенен. Не верь, не верь папам-то. Ты думаешь, папы все одинаковые и все правду говорят? И это было сказано. Она с ним говорит, батюшка, владыка идет. Встречай. Да, встречать. Как сидел в своем кресле, так и сидит. Ну вот, входит владыка к нему, а он говорит, ой, с какого прихода ко мне батюшка ты приехал, ты протоиерей или иерей? Батюшка,
Да вы что? Я ж владыка, вот посох у меня. Ой, много этих палочек. Это было до 3 раз повторено. Прям 3 раза-то? Да. России батюшка всегда говорил с любовью и горечью. Он плакал о всеобщем нашем падении, о том, что мы все спим. Просидев несколько лет в лагерях, он на себе познал, что такое воинствующий атеизм. Говоря проще, это было время Антихриста. Поэтому на советскую власть смотрел, как на попущенную Богом за наши грехи. Самым тяжким грехом русского народа батюшка считал цареубийство. Измена царю, говорил, это главная причина всех наших бед. Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением божественного и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. Он дважды проводил возле своего домика чин соборного покаяния в грехах русского народа и сам принимал исповедь не только за себя, но даже за усопших родственников со словами: «Господи, не ведаю, не согрешили ли мои предки против царя? Если так было, прости им, милосердный Господи». Государя Николая II очень почитал. Говорил, что вся царская семья на небесах давно прославлена, и что от Бога власть только монаршия. Батюшка даже говорил, что любить царя – это такая же заповедь, как и любить Бога. Кто любит Бога, любит и царя, и благословлял поминать его на всех отпустах и устраивать в честь его крестные ходы. Они имеют великую силу. Вообще он любил все царское, все то старое и попранное, а все новое, что дала эта власть, было ему чуждо, потому что чуждо было и России. Вспоминая, говорил, что многие из духовенства в период гонений плакали, что не сберегли царя. Он сам с болью об этом переживал и призывал всех молиться о восстановлении царской власти. Без царя, говорил, не будет и России, ибо дух антихристов может победить только законная власть. Любое небрежительное отношение к царской власти воспринимал как хулу. И если возникали споры о Петре I, например, или Иване Грозном, он отвечал: «А я не берусь судить, потому что они – помазанники Божии. Это великий грех». Наша комиссия пришла к выводу, что за жизнь и правление его нет оснований канонизовать. Канонизовали его не как великомученика, не как человека, пострадавшего за Христа и за веру, а как страстотерпца. Вот так, ни больше, ни меньше. Если государь отдал жизнь за Россию и свой народ, то это значит не за Христа. Не благословлял батюшка слушать ложь о царях, поскольку это ведет к помрачению ума. Любая ложь ведет к этому. Поэтому на часто задаваемый вопрос, откуда у нас в народе такое помрачение, почему ни мы, ни духовенство не видим ничего пагубного в ННН и глобализации, ответ напрашивался сам собой. Мы, оказывается, ни царя не почитаем, ни каяться не хотим за него, потому и слепы на происходящее. Вообще батюшка говорил, что нам дано время не для возрождения, а для покаяния. Кто из духовенства благословляет покаянные чины за цареубийство? Почти что никто. Все считают это абсурдом и ересью. А отец Николай был не таков. Он не оглядывался на то, что скажут архиереи, не осудил бы Христос. А если сам Бог благословляет, то что для нас их частное мнение? Господь силен и их вразумить. Молиться надо. Поэтому отношение к царю и царской власти батюшка считал особо важным для спасения души. И Русь не подымется, говорил, пока не осознает, кто для нас был царь Николай. Мы им до сих пор только и живы. Господи, помилуй нас за предательство, совершение и убийство помазанника Божия царя Николая II и его святой семьи, за поношение издевательств над ними в одни заточения,
за прекращение церковного помиловения всего царского рода. Не встали на защиту своего государя и помазанника Божия Николая II ни русский народ, ни русская армия, ни русская православная церковь. Только 6 из 385 действующих на тот момент архиереев возвысили свой голос в защиту государя. Так стоит ли удивляться тому, что затем произошло с Россией, с церковью и с нашим народом? Как говорит афонский подвижник Никодим, за русский народ, за освобождение его от сатанинской власти недостаточно одних молитв, хотя бы присерднейших. Требуется всенародное покаяние с глубоким сознанием великого тягчайшего греха, отвержение Божьей власти над собой в лице помазанника Божия. Прости нас, милосердный Господь. «Все беды в России, — говорит батюшка, — можно исправить только покаянием. Ни партии, никакие программы не спасут». Однажды к нему приехали за благословением на создание партии «Святая Русь», на что батюшка ответил: «Русь на святость благословляю, а партию нет». «Кайтесь за разоренную Россию! Кайтесь! Все пойдете вас за убитого царя Николая! Кайтесь, грешники! Да за Бога! Мы бесы и то боимся! Скорее бы вы к нам вас!» К оружию зову, к покаянию. Спрашивавшим его о будущем, не давал строить иллюзий. Говорил, что жизнь будет все тяжелее и тяжелее, потому что удерживающего нет, то есть помазанника, и благословлял проводить молебное пение о спасении Отечества нашего и народа от богоборческого ига жидовского и обольщении близгрядущего Антихриста. О светской власти говорил, что лучшего не ждите, но говорил также, что со временем будет и царь. Царь грядет. Раз приехала, он бежит в голубом одетый под ясеньки и говорит: «Не спрашивайте. Ничего не скажу. Если бы вы видели, что я сейчас видел и с кем я разговаривал». Но, правда, мы ничего не спросили. Гостинцы отдали, так уехали. А потом я приехала, тогда он говорит: «Ты знаешь, что было?» Я говорю: «Что, батюшка, было?» А в 2 часа дня из половины второго. Я вот, ну, вроде 2,5 часа. Вот тут я перепутала, как-то я растерялась. Нет. Ко мне приходила императрица эта, Александра. Вышла я на лавочку, и она идет. А калитка-то у меня закрыт, там замок же был. Она идет, села ко мне. И мы с ней так долго разговаривали. Потом вдруг идет царь Николай к нам. Я хотел ему поклониться, а он сказал: «Не нужно». И недолго времени ему поклон сделать. Тогда говорит, он говорит: «Вы беседуйте, а я пошел». И он, говорит, пошел вокруг моей юбки. Говорит, вот вокруг обошел и ушел. А мы с Александровской долго-долго беседовали. А не говорил о чем? Нет. А вот как же не сказал? Они сказали, что меня возьмут раньше. Он ведь сказал до этого, что я умру в 2013 году.
А потом говорит, а меня заберут раньше. Сказали, что готовься, мы тебя заберем раньше. И я ни слова, вот, ну, не могла спросить, батюшка, когда, что, почему. Я только слушала, потому что были такие моменты. Я как-то вот что-то он говорил, и если бы я только переспрошу, он сразу замолкал. И я, когда он говорит, я только слушала. Я переспрашивать уже больше боялась. А что вот он говорил о императоре? А вот, вот это мне то. Ой, он говорил мне, ты покаялась за убиенного царя, за разоренную Россию? Есть что-то как? Ой. Я говорю, да, батюшка, есть что покайся. То есть отец Николай считал, что на русском народе пребывает грех цареубийства, так? Да, да. И я два раза покаяние приносила. Вот я сказала, батюшка, да я каялась. Еще раз покайся. А потом я поняла, что я каялась, а пост не держала. Каялись мы в свое время, каялись. И, знаете, я был в тот же год, было это в июле месяце, в день убиения царской семьи. Там у нас был покаянный канон, читали тут же перед батюшкиной калиткой, напротив самое кладбище. Вот каялись все. А батюшка очень-очень благоговейно относился к царю, нашему батюшке Николаю, и к его семье. Он говорил, что ох, не знает, что это за царя, какой ответ понесет Россия. За царя. Вот так. Есть ли грех русского народа в убийстве царя? Да, есть. Но батюшка говорил, что убили его ритуально, жиды подготовили, а народ его не защитил. Так говорит. Да, народ его не защитил наш. Вот. Вот это вот было сказано, что народ наш как бы отошел, предал царя, вот. А убийство было совершено ритуально и подготовлено масонскими организациями. Батюшка говорил, что все те беды в России, которые у нас сейчас есть, это от греха цареубийства. Да, 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 да. И говорит, вот он меня второй раз заставил покаяться, а я начал думать, Господи, я ж покаялся. А потом догадалась, что я пост не строгий несла к покаянию. Он не говорил так, что вот всему народу, всей стране надо каяться? Ой, 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 я бы была назначена и день. У него даже было назначено, и священники никто не объявил по церквям. Это было такое. Мы с Галиной Ивановной, она сейчас работает бухгалтером в соборе. Приезжаем, он говорит, ой, на Псков гроза идет. Туча, туча. Приедете сразу, чтобы крестным ходом обойти Псков. Что вы думаете? Мы приехали, сказали, и никому и дела нет. Ну, сказали, батюшка сказал. И так, и мы, и забыли. И буквально через неделю поехали. И опять с Галиной Ивановной. Он говорит, вы что, радеете своему городу или не радеете? Кто вы такие, а? Какие вы верующие? Почему старца, прям так сказал, почему старца благословение выполнили? Сейчас, домой не заходя, прям в собор, брать машину, брать иконы, и сказал Персанскую, взять Персанскую икону, святую воду, пока еще есть время, а то поздно будет. Да, батюшка даже благословлял обходить каждому свой дом, крестным ходом, взять иконочку и обходить. Не надо много людей, сама вот свой дом мне сказала, придешь, забери иконочку, поставь сюда водичку святую. Иди и читай молитву, это царица моя предлагая,
клопи. Хоть на 4 ствола, а можешь, и почаще клопи, иди весь дом клопи. Господь посылает в каждый дом верующего для того, чтобы дом спасти. В каждом доме есть человек верующий у Господа. Так и говорит, да? Угу. В каждом доме поседован у Господа верующий человек. Такого нет, чтобы верующего человека не было в доме. И он должен идти молиться и нести ответ на весь дом. Только чудес творил, и не передать. Нет ему цены. Ушел, хватилище, когда его не стало. Приедем к ему и скажем, бегите скорее, вас пароход ждет. Бегом, бежим, то опоздаете, бегом, бегом, бегом. Приезжаем, правда, пароход стоит, нас ждет. Вот так вот все. А потом там такой Михаил, как он его уговаривал. Так приехал он к нему. Ну все, Михаил, ну не надо уезжать. Ты можешь утонуть, ну не уезжай. Ведь он его не послушал. И он за девой гнался до самого берега. Да, и вот стоит, это, еще молится, крестит. И потом говорит, все, утонул. Перекрестился, утонул. Говорит, вот как не слушать благословения. Ага, вот там вот рассказывали, конечно. Какой батюшка был. А как он чтил эту царскую семью, вам не передать. Вам не передать. И батюшка сказал, трехдневный строгий пост. Вся Россия должна встать на колени. В каждой церкви должны объявить трехдневный пост строгий, чтобы все покаялись, все причастились вот перед этим, как канонизировали-то, да? А у нас нигде не объявлялось. А батюшка кричал, вовсю кричал, что передайте, чтобы объявляли. И нас заставлял, смотрите, строгий пост держите 3 дня. Приедем, надо было ползти на животе к нему, а мы идем еще с поднятой головой. Приехала еще этих дураков, притащила! Ненавижу эту Надьку! Будь она проклятая! Зачем она сегодня приехала? Я не хочу! Все вы поклонитесь нашему хозяину, Антихристу! Скоро будет и его власть! Скоро вы поклонитесь! Кайтесь, грешники! Я не хочу, чтоб они жили! Не хочу! И этого нечего мазать! Не надо! Не люблю, когда бабы носят платки! Лучше бы шапки носили, по-бесовски. Все бабы в шапках, все пойдете вас, бесовские. Мужскую одежду нацепили и думают, красавицы. Все пойдете вас, все ответите перед Богом. Ваша книжка. Книга-то, наверное, есть слово «Жизнь батюшкина». Там у него вот в 30-х годах написана вот своя автобиография, как он в этой ссылке был. И он сказал, вот нас троих привели, поставили в воду зимой. На утро пришли, вода-то замерзла у всех. Пришли двое умершие, а у меня... Я остался жив, и вода растаяла.
Ну, говорит, я молился. И, говорит, у меня вода растаяла, и я остался жив. А два, двое умерли. Когда он мне благословил книжку вот эту, и я там, какой я певец, сижу, мурлычу. Всего смотрю 3 часа, и молиться некогда. И себе и думаю, Господи, ну, как к батюшке поеду, какая я непутевая. С книгой займусь, молитву упускаю, и утренний там прочитаю, отчельник, как сяду, так вот. Мне и времени тянется. Ай-яй-яй, не знаю, как и каяться батюшке. А буду молчать. Приезжаю. Да, ну, ты не скорби, тебе Господь за то, что ты читаешь. Все, за... Молитву, да? Ага, а читали что? Слово жизни. Это его стихи. То есть она была, еще ходила и при нем, при жизни его, да? Да, да, да. И вот, да, зачтен тебе вечерние молитвы, еще все тебе зачтен. Не переживай, что ты переживаешь? Угу. Ты же, говорит, не где-нибудь, а все равно за книгой сидела. Там же, говорит, молитвы и все. Сяду, вначале поплачу всегда, потом начинаю молиться. Матушка, а вот говорил ли он что-нибудь вот о монашестве? Я ухаживала за Ниной Владимировной. Она не была замужем, старая дева была, и она всю жизнь посвятила церкви. Она там поработала маленько, там в швейне, там бухгалтером, там вот так. А потом, как она здесь, вот в нашем храме, она просто в епархии работала, и здесь 42 года отработала, ей отработан. И вот ей уже было 90 лет, и она вела бухгалтерскую работу. Вот такая она была разумная. Да, этот... Он мне говорит, Нина-то Владимировна, надо монашество. Я ей говорю, батюшка, а как? Он мне сказал, вот туда сейди, вот туда сейди. Я куда не поеду? И в монастырь поехала в Снегогорске заказать ей эту всю одежду. И в Печоры, и потом, чтобы кто ее постиг, там он давал. Нигде никаких, ну, никаких концов нет. Приезжаю, батюшка, я уже устала. Нигде мне, все отказ. Батюшка, а что это такое? Смеется. А Нина Владимировна уже царица Александра. Ей уже имя есть. Ты знаешь, вот туда-то много идут монашек. Они придут, они недостойные. Не, а Нина-то Владимировна придет, они нет ничего. С тех монашек снимут, она ну оденут. А я вижу, вот у нее имя есть, царица Александра. К советским паспортам относился отец Николай холодно. А вот российский не благословлял за редким исключением. И то благословлением это и назвать нельзя. Просто батюшка видел, что человек все равно возьмет. А вот пластиковые карты не благословлял никакие, даже водительские. Также и загранпаспорта, говоря, что хватит, поздно уже ездить. Про ННН сразу говорил, что их принимать нельзя. И часто на вопрос о номерках отвечал: «Храмы Божии, службы Божии, номерки не Божии». В церкви все есть, говорил. Зачем нужно что-то новое? То есть она обладает всей полнотой, и что-то новое нужно рассматривать как новое введение, на которое канонами давным-давно наложены анафемы. В фильме «Слово истины» близкие чада батюшки и его келейница схемонахини Николая подробно говорят, как к этому относился батюшка. Отец Николай, когда мы звонили с телефона, лично мне говорил, я когда спросил насчет ННН, он сказал, что не берите ННН, ННН нельзя брать. В высоких своих кругах
масоны имеют непосредственные контакты с сатаной. Это сатанисты. И они дают такую программу этих действий, как нам известно, это шибано протоколы сионских мудрецов, так и современные масоны постоянно имеют контакты с сатаной. И даются новые откровения. И ННН, он не просто так появился. Я думаю, это не от человека. Это сатана. ННН плюс три шестерки, как цифровое имя сатаны, и есть отречение от Бога, от Иисуса Христа. Почему отец Паисий Великий, Афонский старец, обличил вот эти новые ННН и прочие электронные документы и говорит, что те, кто возьмут эти новые документы, потеряют благодать Духа Святого, энергия бесовская селится в них. Вот почему нам нельзя брать, потому что это уже печать Антихриста, пока еще на бумаге, но не на лбу, не на руке. Когда я подошла к дому батюшки, никого во дворе не было. Появилась келенница, матушка Валентина. Она была в очень таком серьезном настроении и не хотела со мной разговаривать. Я стояла, наверное, около часа. Около дома за забором, около калитки. Потом она вышла. Что тебе надо? У меня душат слезы. Я не могу с собой справиться. Рассказываю. Говорю, вот у меня увольнение с работы, возможно. Двое детей, старая мать, пенсионерка. Больше доходов никаких нет. Меня заставляют брать номер. Я не хочу. Ты точно не хочешь? Я не хочу брать номер. Я хочу получить благословение на то, чтобы у меня сил хватило вот не брать. Подожди. Она ушла. Выходит. Никакого номера не бери. Номер – это погибель. Благодать Божья уходит. Никогда его не бери. Никого не бойся, никто тебя не тронет. Потом помолчала. Опять ушла в дом. Принесла мне изображение Спасителя на могиле Анны Вершининой. Вот он в качестве открыточки такой сделан, там тропа, молитва Христу. И сказала, а вот это носи всегда с собой. На работу носи. Никто тебя не тронет, никто тебя не обидит. А голова будет болеть, к голове приложишь, и то поможет. И вот я много лет ношу с собой вот этот подарок отца Николая. И вы знаете, меня действительно никто не тронул до сих пор. Когда было много народа, и ему задавали вопрос, тогда он говорил, я-то не возьму, а вы-то как хотите. А когда мы наедине были, тогда он сказал, держи до последнего, не принимай паспорт. Вот это вот российский паспорт? Да, да. А вот как батюшка отзывался об ННН, вы не помните? А он тоже так говорил, что мне-то он не нужен. А вы как хотите. Вот так. Ему, видимо, нельзя было. Он знал, кому как ответить. Батюшка, Россия возродится? А она и не умирала. Да. Нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Где просто, там ангелов сост. Где мудрено, там ни одного. А ведь мудрим когда-то, к нам кажется, что уже все. Нет. Когда его спрашивали, что, а как вот, почему, батюшка, вы благословляете одних получать, а другим не надо. Во-первых, у некоторых были детки маленькие. Он говорит, как вот без кормильца там. А потом он говорит, видимо, я не знаю, что он говорит. Ну вот я его благословлю, например, не получать, а он все равно получит его. Так что будет двойной грех. Нарушил первый, значит, это нарушил благословение старца, а второй он все равно примет. Значит, будет два греха. Так пусть лучше будет один грех. Батюшка, почему вы одних благословляете, а других нет? Да они без моего благословения все равно уже в них все. Взято. Да. Много раз я приезжал к батюшке, и всегда батюшка предупреждал не брать паспорта, не брать ННН, не брать никакие карточки. Если кто из людей взял по неведению, по неосторожности, вот,
покаяться в этом, сдать эти паспорта, вот, и принести покаяние. Вот, потому что это вело в духовную погибель человека. Это строго-настрого было старцам заповедано. Это очень страшное дело. Мировое правительство, все оттуда. У нас свое русское, тут ничего нету. Мы все должны погрязнуть в этой в Евросоюзе. Ни границ, ни свое ничего не будет, ни культуры, к чему сейчас вот оно и движется. Не благословлял. Очень строго не благословлял вот это вот. Никаких документов. То есть вы сами из его уст это слышали? Да, это всех, абсолютно всех. Вот кто приезжал, стояли, даже когда были ворота вот эти закрыты, вот, всех предупреждала матушка, выходила и она и сказала, не берите батюшка, когда очень болел, батюшка не выходил. И она выносила даже записки от батюшки, вот, выносила против НН, когда суд был, вот эти суды происходили у нас в России, она всем эти бумажки раздавала, сказала. А он благословлял суды проводить? Да, он благословлял, не сказал, что, вот нет, не то, что суды он благословлял, а он выносил после этих судов вот эти бумажки от Ксериной. То есть решение суда. Решение суда. И раздавали всех. Вот это он благословлял. Сказал, читайте все, чтобы никто, кто принял ННН, они должны отказаться. Вот это я вот знаю точно. Потому что сам приезжал. И даже однажды было чудо такое, когда я приехал, парень один стоит. Говорит, а я вот завтра, говорит, мне надо ехать получать паспорт. Я говорю, а паспорт-то нельзя получать. Он говорит, как нельзя? И вдруг матушка Иоанна подходит из-за этой загородочки и говорит, батюшка не благословляет. Он от радости запрыгал, говорит, Господи, слава тебе, что так вот я вот меня Господь привел, спас меня от этого вот, от беззакония, которое со всех сторон нам насаждают, со всех сторон. Да. Батюшка относился к паспортам к этим, ну, отрицательно. Он... Те люди, которые, как вот говорил Василий, что спрашивали, батюшка, а есть ли воля Божия на то, чтобы получить вот паспорт ННН? Батюшка всем отвечал, что это не Божье дело, и Богу это не угодно, воли Божией на это нету. А кто спрашивал, батюшка, а получить ли мне паспорт? Или батюшка, а вот ННН меня заставляют на работе получить? Он говорит, он и благословлял, получайте. Он видел, что человек не сможет сопротивляться и не может выстоять вот до конца. И он тех вот благословлял. И в основном-то много приезжали к нему людей мирских, неверующих таких вот истинных христиан, или только пришедшие, или люди далекие еще от православия. Во время одного приезда к отцу Николаю Гурьянову я услышала, что за границу в последние времена ездить опасно, и нужно успеть съездить еще со старыми документами, со старым паспортом. Был такой случай, что одну рабу Божью батюшка благословил поехать в Иерусалим, ну и посмотреть Горнинский монастырь, как ей там поживется, может быть, она там даже и останется. Но торопил ее, чтобы она поезжала как можно скорее еще со старым паспортом, а по новым паспортам ездить уже туда он не благословлял. И говорит, наступит время, как только будут эти маленькие деньги, вот беда-то будет. А что это значит маленькие деньги? А вот сейчас крупные деньги, а вот когда будут маленькие деньги, вот, будем, видимо, опять карточки. Да, менять. Наверное, карточки. Не знаю. Ох, горе, беда-то наступит. В то лето, как батюшка отошел. Ну, уже никого не пускали, только детишек. Вот. И когда вышли дети от батюшки, родители, ну как, что, чего. А говорит, а батюшка сказал, номеров не брать и паспортов не брать. Ну, детям это непонятно было, а родители вразумели, что к чему. О телевизорах и о компьютерах он сказал вот так как-то. А я об этих... И слушать не хочу. Так рукой. Приходили, батюшка, благословите меня на компьютер там вот работать. Я и слушать не хочу об этом. Пускай вас идут! Нечего им знать правды! Пускай их обманывают! Пускай они телевизор смотрят,
компьютеры играют! Пусть погибают! Бац их! Бац! Бац! Бац крашеных! Бац всех! Он не говорил, батюшка, что будет Третья мировая война? Не-не-не, ничего не говорил. Он не говорил, что вот будет, а сказал, что ничего хорошего нас не ждет. Угу. И вот это, если он мне сказал, хорошо, если придут к нам немцы, только не американцы. Вот это сказал Зинаидушка. Ай, как, не дай бог, что американцы придут к нам. Вот типа немцы пришли. Он истолковывает все это правильно. Паспорта эти не нужны новые. Получать их не надо. Он даже их не знает. Он отнекивает, что я вот таких не знаю. Вот так он отказывался от всего. Мне их нету. Вот благословлял он принимать НН? Нет, нет тоже. Принимать ли вот в будущем пластиковые карты, чипы? Вот не слышали его мнения об этом? Если же НН не принимать, то и эти тем паче не принимать. Они вон все за это закодированные и за дворец это замурованные. Вот, видите, никаких вот этих. Это же домосонские выходки. Не только что карточки. А карточки-то и полезли, как раньше, не хуже Октябрёнка, потом этот самый... Пионер. Потом комсомольцы. Вот это идет этап. И коммунисты, в общем, все это вот по этому этапу идет. Вот. Почему народ... Вы посмотрите, какой народ злой. Я не знаю, потому что приняли эти паспорта. Он даже не благословлял брать все новые документы. И об этом предупреждал монахов Псково-Печерского монастыря, о чем они мне сами об этом сказали. И вот удивительно, что из них-то вряд ли кто послушался, потому что все... Почти все с новыми паспортами. Это паспорт не гражданский. Это паспорт, в котором заложена информация не просто жителя России, который подтверждает мое гражданство, допустим. Он же, в принципе, требуется для того, чтобы посмотрели и сказали, да, это Ильина, проживает там-то, родилась там-то. Но по всей его начинке, полосочки под фотографией, заламинированная фотография, степень защиты, указание пола, меня, наверное, с мужчиной спутать нельзя, После страхового свидетельства, когда я там увидела, что в страховом свидетельстве рекомендация при перемене места работы, места жительства и пола, сообщите. Это был бунт номер 2 у меня. Сначала НН, потом страховое свидетельство, потом вот этот паспорт. Ну и потом же все-таки читать приходится на эту тему много. Особенно в последнее время так стараешься следить, что происходит в России. Закон о творчестве, незаконы, как люди реагируют, какие суды идут. Вот. Все это просто лишний раз подтверждает, что надо этот паспорт сохранять столько, сколько мне Господь позволит. Советский. Да, он серпастый, он молоткастый, но там нет шестерок. Пускай это внешняя сторона вопроса, вот эти шестерки на страницах. Я там еще нашла шестерки в переплетении. Да, они не вот здесь только стоят, они аккуратно сделаны из волокон. Там же все в волокнах, да, вот как сеточка, как марлечка. И вот эти вот шестерочки, которые еле заметны глазу, когда я показала, говорю, боже, действительно так. Вот. И, ну, не лежит у меня к нему душа. В паспорте стоят личный код детей. У меня, знаете, все время такая мысль есть, такая она смешная, детская, конечно. Ребенок мой пошел в первый класс в 2007 году. В 2003 году. И был такой подарок царский ученикам гимназии. Огромная книга такая, огромного формата, большая. Больше, чем А4, наверное. «Семейная летопись» называется. Подарок Брызлова.
детям России, первоклассникам. Там очень много цитат из духовной литературы, очень много ссылок на Евангелие, на святоотеческие. Прямо вот знаешь, что ты читал, да? Вот все туда взято, очень красиво оформлено. И вся история семьи должна быть. И вот я представляю, что через 5 лет, там, через 10 сын женится и будет писать: у меня родился ребенок, БР номер и 18 цифр. Вот это у меня в 2003 году, вот когда все это начиналось и вот так бурно развивалось, все думаю, написать Грызлову семейную летопись, чего мы будем вести, куда мы будем вести, что мой ребенок может туда написать. Да, отец Николай говорил, что даже водительские удостоверения нельзя принимать. Да. Никакие, он говорил, никакие пластиковые документы уже брать нельзя, поздно, все, нельзя, не благословлял. Еще был такой случай, рассказывали, я сама не была свидетелем, но рассказывали мне, что приезжал к отцу Николаю Гурьянову на остров один мужчина и спрашивал, как будет, брать новый паспорт или не брать. Батюшка не благословил, тот уехал. Не послушался старца, не устоял и взял этот документ антихристовый. Через некоторое время он заболел, приезжает к отцу Николаю и говорит: «Батюшка, простите, но я не устоял, взял паспорт. Что мне делать? Как от него отказаться?» Отец Николай благословил его закопать. Ну, так я слышала. Он опять второй раз старца не послушал. И этот паспорт не закопал в землю, а сжег его. И после этого в него вошел дух злобный. То есть этот демоны в него вошли, и он попал в психиатрическую больницу. Вот то, что он уже попал, это свидетельство врачей. То есть тут уже никакого опровержения нельзя дать. Старца надо слушать, ему Бог открывает. И если отец Николай не благословлял, то это надо принять уже как благословение Божие, не принимать эти документы. Нельзя. Когда берешь его в руки, ощущение, что ты берешь непростую бумажку, как вот к любому документу относишься, а что-то такое устрашающе демонское. Вот вся его начинка, которая там есть, все его содержание, когда его открываешь, читаешь, смотришь, понимаешь, что это не конкретно твой документ личный принадлежит тебе, а что тебя куда-то с помощью этого документа засасывают, куда-то вводят, какой-то порядок, каким-то номером, каким-то элементом чего-то. Вот это очень устрашает, и не хочется этого участвовать в этом. Многие вот, кто... вот с этими пошли за глобализмом, за принятием вот этих подачек властей новых, кто приняли паспорта, кто ННН взяли, все равно у них нету ни мира, ни в душе, ни в семьях нету, и нету того, что вот они вроде как бы имеют все, а на самом деле получается, что и ничего. И вот многие в смятении, в недоумении, что и сделали вот шаг туда, а чувствуют, что сделали не то. И вот когда тоже появлялись эти паспорта, мне как-то тоже было какое-то, я как посмотрел, недоверие к нему было. И там сначала о полосках этих, которые под фотографией были вклеены, ходили разговоры, а никто не видел, как слепые были вот этих шестерок на каждой странице, шестерки в слове «Россия». Потом только как-то открылись у людей глаза, вот, что да, тут что-то не то, что-то не так. И поэтому многие не стали его брать и получать. И многие испугались тогда, когда перед нами начали вот, заявления такие: на работу не возьмем, пенсию не дадим. Вот, и потом на поезд билет не продавали тоже. Но люди все равно, кто как-то не хотели все равно эти паспорта и чувствовали, что это не от Господа, а от лукавого, они не брали. Господи, стопы мои направ по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, и сохраню заповеди Твоя. Это в отношении вопроса об ННН, так сказал. Да, после того, как уже был задан вопрос против ННН, ну как, вот он этими словами и сказал. И когда
Отец Рафаил записал, по милости Божией, кассету, аудиокассету и видеокассету по поводу вот ИНН и номеров личных. То к отцу Николаю тоже приехали люди, которые издавали и тиражировали это, и взяли у батюшки благословение. Батюшке дали прослушать вот эту аудиозапись, вот, и батюшка сказал, что это обязательно нужно, чтобы люди это слушали, чтобы в церкви это знали. Поэтому батюшка Николай был всегда внутри этой проблемы, а не вне ее. Только другой вопрос, что как мы понимали его слова. Вот, а касательно вот этой конференции богословской, которая проходила в Троице-Сергиевой Лавре, ведь тогда, когда прибыли с письмом отец Тихон, архимандрит Тихон Шевкунов, к старцам, было сказано так, что поскольку батюшка старый, преклонных лет, он не может проехать на эту богословскую конференцию. Вот, и поэтому они записали интервью на видеокамеру, которую пустили в очень урезанном, усеченном виде. И не весь ответ батюшки, а какую-то часть. Вот. Поэтому полное батюшкино мнение, настоящее, вот так церковь и не узнала. Но в день, когда началась конференция, мы старцы очень просили молиться. Вот, и говорили, батюшка, вот хорошо было бы, я сказала, если бы вы оказались на этой конференции. А батюшка сказал удивительную вещь, тогда нас поразившую. Он говорит, ну нас же не пригласили. Я говорю, батюшка, а если бы вас пригласили, вы бы поехали? Он говорит, для такого важного церковного дела я бы поехал. А ведь старцы, они кроткие, они ничего не навязывают. Приглашение батюшки не последовало. Но когда мы посетовали, что как же так, сейчас такое для церкви важное принимается решение, как нам быть, по телефону мы связались с Алексеем Алексеевичем Сениным и передали батюшкины слова дословно для митрополита Филарета Минского. Батюшка сказал так, поскольку он возглавлял комиссию богословскую: «Помоги вам, Господи, Владыка, спасти церковь от номеров». «Помоги нам, Господи, избавиться от номерков». Этот факт примечателен уже тем, что отец Николай открыто выразил свое мнение, и потом впоследствии, когда стали проходить суды против ННН, батюшка всем благословлял раздавать решения судов, показывая тем самым, что стоять против этого надо вплоть до открытого исповедничества. О безразличии духовенства к этому вопросу сильно переживал. Когда ему рассказали про телевизионное обращение архимандрита Иоанна Крестьянкина по поводу ННН, он взялся за голову и сказал: «Ваня, Ваня, что ты наделал?» А действительно, что мы наделали? А мы вступили в еще более тесное общение с богоборческой властью, принимая от нее, не раздумывая, все. Сергианство теперь все осуждают. А раньше, в советское время, было наоборот. Всегда говорилось, что оно принесло пользу, потому что было, якобы, единственно верным решением. А батюшка сразу ее не принял. Как он мог принять то, из-за чего пошел в лагеря? Однако сегодняшняя церковная жизнь еще хуже, чем сергианство, потому что заключаем союз не с врагами Христа, а с самим дьяволом, принимая от него номерки с шестерками. Это уже соглашение не с политикой государства, каким было сергианство, а с политикой Антихриста. Поэтому в отношении личных кодов батюшка был категоричен. А на опасение, что если мы не примем ННН, то в церкви из-за нас будет раскол, твердо отвечал: раскола в церкви не будет. Нет, раскола не будет. Раскола не будет. Православие, оно никогда не было с расколом.
права и славная церковь, православная, права и славная. Да. Стопы мои направи по словеси твоему, да не обладают мне всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди твои. Православие никогда не было расколом. То есть отказ от номерков и от всех документов, которые их содержат, есть истинное православие. И стояние в этом есть стояние за Христа. В мои руки вот это попала вот эта газета «Пелагея Рязанская». С обратной стороны «Угодница Божья». Ну, прочитав эту газету, знаете, я тут работал в храме Александра Невского, отца Олега, ну, и эти, читали и батюшки эту газету. И их мнение было какое-то, знаете, неоднозначное. Наши пастыри говорят, как она имеет право и кто она такая, что так обличает. Ну, вот с этим смущением я к батюшке поехал. Летом было это все. Батюшка, значит, спрашивает батюшка, Васильюшка, что у тебя? Я говорю, батюшка, как вот к этой газете относиться? А что тут такое? Я говорю, написано, Пелагея Рязанская, угодница Божья. Ну, раз, говорит, угодница Божия написана, так и относись. Вот. И вот этим он своим вразумлением сказал, что написано, и угодник Божий не может писать, что попало от себя. Это мое личное мнение такое. Ну и все, я на эту тему больше уже никаких ни сомнений, ничего. Кто не верит? Блаженны Пелагеи, кайтесь, вас пойдете. А те священники, которые не благословляют ее читать, они сами вас ведут и народ ведут туда же. Кто не почитает блаженную Любушку, вас пойдете. Кайтесь, грешники, кайтесь. Вам ли их судить? Вижу тебя, Колька! Зачем ты благословил Надьку вразумлять людей? Почему она должна ездить по храмам? Пускай работает! Не хочу я от тебя ничего брать! Я ненавижу тех, кто Надьку любит! Я люблю, кто ее ненавидит, кто смеется над ней! Не хочу я в ней сидеть. Тут же бы я вышел и в кого-нибудь вошел другого. Откуда я знал, что она такая дура? Был такой случай, значит. К нам сюда приезжал отец Виктор Солан-Удэ, и вот попросил меня свести его с матушкой туда, к отцу Николаю на остров. Это как раз было тот год, наверное, как батюшка отошел ко Господу. Да, месяца за два. Дождь такой проливной, ураган. У нас, у меня один зонтик, мы втроем под этим зонтиком вымокли. Батюшка уже не выходил сюда, больной очень был. И вот мы тут вымокли, пошли туда на кладбище под арку, спрятались от дождя и стоим. А матушка Зинаида до того перемокла, замерзла. Лето, а такой холод был. И молится, батюшка, пусти меня хоть чайку попить. И вот народу много было, много. И вот выбегает этот Леонид, открыл калитку, там шумит. Где тут батюшка с матушкой Солан-Удэ?
никто никому не докладывал. Понимаете? Что кто-то есть там Сулан-Удэ, и все более матушка с батюшкой. Батюшка вас зовет к себе. Пошли они туда. Матушка как увидела батюшку, и она говорит, я больше ничего не знала. Я только смотрела на батюшку. Как он ее поразил, она потом, как девчонка, прыгала там, скакала в толпе от той радости, которую она получила от батюшки, присутствии батюшки. И вот келейница говорит, отец Виктор, вы как относитесь к ННН, там, к компьютеру, к телевизору? Я, говорит, отрицательно, все это мне не по мне. Ну и, говорит, вот вам, значит, за это я даю вам книжку. Книга называется, значит, «Знамение пререкаемо». Вот. Батюшка сидит на своем месте на стульчике, и отец Виктор тут сидит, матушка Зинаида там где-то. И батюшка говорит, отец Виктор, дайте мне эту книжицу. Батюшка, значит, взял книгу, приложил, прижал к груди. Посидел так, говорит, какая замечательная, хорошая книга. Возьмите ее, читайте, читайте, читайте ее. Так вот, думая на эту тему, я думаю, вот батюшка в свое отношение ко всем этим вражьим уловкам, номерам и шрих-кодам и всему, дал оценку в этой вашей книге и благословил ее читать. Если бы там что-то было худое, он бы не сказал. А вот знаю я, слышал, что батюшка, отец Николай, брошюры там или книги диакона Андрея Кураева, говорит, что это не полезно, их сжигать надо. Там такое нагорожено. Господи, сохрани нас и помилуй. Но очень-очень обидно, что мы так только вот в узком кругу между собой, обсуждая эти вопросы, делясь этой бедой нашей теперешней, не слышим слов пастыря Самвона о пагубности вот этих штрих-кодов, новых паспортов, которые вот грядут со всеми там прибамбасами, чипами и там биометрией лица, и отпечатками, и карточки сейчас всякие идут со штрих-кодами. Вот у нас на работе 45 человек, только двое из 45 вообще знают об этой проблеме. Другим говоришь, они слушают как сказку, как что-то нереальное. И вообще считают, что ну, чуть ли не выдумка, что ли. Ну, живем же мы и живем. Вот с теми жили, с этими живем. А когда говоришь, что дальше какое там может последовать за этим, вот электронный паспорт, потом чипирование и так далее, люди просто, к сожалению, очень далеки от восприятия близости процесса, который вот на нас накатывает. Вот. И я думаю, что надо побольше нам друг с другом разговаривать, больше все это рассказывать. Потому что если человек не знает, где взять и где найти источник информации, поэтому безоружен русский народ. Да, безоружными мы стали. Почему? А молчим. От избытка сердца глаголит уста. А если уста молчат при виде беззакония, то что на сердце? Или кто в сердце? Бог ли? Главное наше сокровище – это истина. За нее Господь умер. Потому и вера наша всегда была исполнена силы, что люди подвязались за истину. Теперь ее не слышно. Не слышно и пастырей. Такое впечатление, что они вымерли. Наступила новая эпоха, и они вымерли. Вместо их голоса авторитетом стал радио, телевидение, интернет, да мнение заблудившегося духовенства, ставших слепыми вождями слепых. Вот и безоружны, и силы в себе не видим. Как не стало слышно правды Самвонов, так и не стало Христа. А что ему делать там, где не призывают на крест? И осталось от нашей церкви, как мы ее гордо называем, церкви мучеников и исповедников, внешняя оболочка, то самое величественное, пышное богослужение из красивых рис и дорогих сосудов,
о котором предсказывали святые отцы. Как все оказывается переплетено. Как все в нас универсально. Как человек космологичен. Святые отцы учат, насколько душа близка к телу, настолько и Бог близок к нам. Отделяет только грех. Но именно Он делает нас наследниками гиенны, до которой из этой жизни один шаг. От церкви мучеников до церкви фарисеев оказывается один шаг. Эта церковь такая же была и в глазах государя, и перед лицом патриарха Тихона, и перед лицом всего мира. Такая же она и сейчас. Церковь исповедников и церковь предателей, церковь кающихся и церковь надменных, убежденных в своей правоте пастырей, готовых на лоб себе поставить штрих-код, лишь бы только всех убедить, что это не страшно. Что им мнение старцев? Тут жить надо, а не богословствовать. А что же остается нам? А нам надо бороться за церковь, за ее чистоту. Она была и есть свята, искуплена кровью государя и новомучеников. Отец Николай так и говорил, чтобы мы любили церковь, не оставляли ее, как не оставлял никто из святых, предпочитая смерть, а не бегство. Поэтому и нет у нас другого пути, как дороги на Голгофу, чтобы идти и молиться, как молился отец Николай. «Стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие». Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Мне тяжелись под 90 лет.